Коллеги, значит, собрание представителей команд в Москву, которое мы планировали и являем открытым. И хочу озвучить повестку дня. Такое дополнение. Начнем. Первое. Объявление. Заявки по рапиду. Порядок. Это самое главное. Сейчас много вопросов, чтобы мы сразу с этим покончим. Вопрос второй. Выступление директора турнира Смагина Сергея Борисовича. Третий вопрос. Выступление исполнительного директора ШЭФ Марка Глуховского. Четвертое. Прения. Пятое. Резолюция по итогам нашего собрания. Шестой раунд. Если нет дополнения к повестке дня, то начинай раунд. Значит, начнем с первого. По объявлению. Сначала такие объявления, которые у вас как бы отложатся или запомните. Закрытие, запишите, если такое бывает. 21.30 7 числа. Закрытие, подчеркиваю, торжественное. Как вы понимаете, торжественное закрытие отличается от просто закрытия. Понятно чем. Соответственно, порядок 7 числа будет следующим. Напоминаю, что начало последнего тура 14.00. Обед с 12 до 2. Правильно? С 12? С 12. С 12 до 2. Соответственно, ужин будет до 8. С 6 до 8. И в 21.30 милости просим на торжественное закрытие. Значит, вы, пожалуйста, всем членам команды доведите вот этот порядок, да, чтобы было понятно. И чтобы не тянулись, да, потому что, ну, как бы, люди стараются готовиться, чтобы хотя бы вот в этот период, половина, там, ну, плюс-минус 5 минут, основная масса была на месте. Чтобы не было так, что там будет постоянно целый час, там, по одному человеку хлопать дверь. Это по закрытию. Что касается мероприятий 8 и 9, мы специально не начинали... Не рапид, с утра именно планируем то, что вполне возможно, у нас будут какие-то мероприятия. Ну, 9 мая понятно, это наш святой день, и вполне возможно, что многие по своей личной программе будут принимать участие в этих мероприятиях. В любом случае, в 6 часов у нас будет минута молчания, и только после этого будет тур, чтобы вы тоже имели в виду, чтобы это не было для вас удивительным. 8 числа. Особенно вот тут представители детских команд. Поднимите руки, кто? Так. Значит, у нас была предварительная договоренность с руководством «Жемчужины», и они нам подтвердили, что 8 числа у нас будет два футбола. Значит, с 11 часов до 12 будут играть дети против команды «Жемчужины», а с 12 до часа будут играть наши гроссмейстеры против гранд-отеля «Жемчужины». Соответственно, в 10 часов... У меня огромная просьба, объявление же висит, да, огромная просьба представителей вот детских команд сегодня опросить детей, кто хочет играть. Соответственно, я еще вечером поговорю с вами, да, чтобы было понятно, есть у нас команда или нет. И если нет, то как бы, кого мы там будем добавлять. Я думаю, желающих детей побегать предостаточно всегда, потому что по взрослым проблемы нет. А с детьми у нас как бы новые соревнования, мы четко не знаем, насколько есть прямо жгучее желание. Было, но те ли это ребята, которые будут играть, давайте мы до завтрашнего дня проясним. Да? Тогда